Медитация девятая. Истинные воры. Нам нечего бояться, потому что нам нечего терять. То, что у вас можно украсть, ничего не стоит. Нужны ли страхи, сомнения, подозрительность? Вот истинные воры. Подозрительность, сомнения, страхи. Они разрушают саму возможность празднования. Пока вы ходите по этой земле, празднуйте землю. Пока длится это мгновение, наслаждайтесь им сполна. Из-за страха мы многого лишаемся. Из-за страха мы не можем любить. А если даже любим, то только в полсердца, колеблясь и сомневаясь. Мы никогда не приступаем границ. Подойдя к определенной черте, мы пугаемся и замираем на месте. Из-за страха мы не способны к глубокой дружбе, из-за страха мы не способны к глубокой молитве. Будьте сознательны, но не осмотрительны. Различие очень тонко. Сознательность не коренится в страхе, осмотрительность укоренена в страхе. Осмотрительность служит тому, чтобы никогда не ошибаться, никогда не заходить слишком далеко. Сам этот страх не позволит вам исследовать и открывать новые стили жизни, новые пути движения энергии, новые направления, новые территории. Вы всегда будете двигаться по одной и той же проторенной колее, туда и обратно, как товарный состав по рельсам.